О, заяц. Заяц? Хуя себе. А где волк? Должна быть зажигалка здесь. У кого-то в шкафу из детей. А, это ты себя снимаешь, как ты спишь? Я ничего подозрительного не вижу, кота не вижу. Вот это для меня подозрительно. Ну, это свиная тушка просто лежит, что-то боишься-то. О, глянь, какой маленький! А ну иди сюда, а ну иди сюда. Блять, прикинь, заяц какой классный. Все, спать, ложимся спать, ложимся спать. Хватит на сегодня. Вечерочек, ты на канале Genta Games, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем Summer of 58. Мы теперь очутились именно в 58 году, так что давай идти и смотреть, что здесь будет. Короче, смотри, я беру, я не знаю, что это. Что это такое? Что это? Это мне к уху подносить надо? Или... Может быть, я не настолько старый, конечно, чтобы я знал, что это такое. И ничего не написали даже. А как же мне понять, что это? А свечу нельзя взять? И куда мне идти? Темно же, да не видно нифига, вы чё? Я вообще не понимаю, куда мне идти. Короче, я тут пытался сделать себе второй монитор с помощью ноутбука. Другого. И у меня что-то вообще кабель HDMI не видит вообще его никак. И мне приходилось что-то пытаться придумать, что-то решить. И вообще ни в какую просто не видит его, как второй монитор. А когда подключил к телевизору, то все нормально. И там можно расширять. Но телевизор такой огромный, что невозможно просто... делать из него второй экран. Это у меня стола не хватит для этого телевизора. У него свой отдельный стол. Так, мне тут выход покажут? Что за бред? Что-то нажать надо. Сколько буду тут кружиться ходить? И вот, короче, я мучаюсь. В окошечке приходится играть, затемнять экран. Но все равно страшно, я тебе так скажу. Окошечко не влияет. Мне просто нужно видеть, что идет у меня запись. Иначе это... невозможно. Я кружусь уже битый час. Нет, вы серьезно? О! Врачи ставят неправильный диагноз Ване, а ему нужно сделать пересадку сердца. Только это может помочь. У меня уже нет сил с ними бороться. Мы приняли решение больше к ним не обращаться. Я вылечу своего сына сама. Чего бы мне это ни стоило. Бля, у меня же дыхание перехватило. Ой, я аж поперхнулся. Зашибись, я почитал про Ваню. Можно мне выйти отсюда? Что за... Чуть-чуть темно, не видно же ничего. Свеча, надо взять свечу. Что за... Блять, это фонарик, сука, это фонарик. Зачем портишь? Да, ты, сука, что делаешь? Так, короче, все, давай, смотри, не будем отвлекаться. Мы, короче, сейчас вообще пройдем его за одну серию, все. Мы пройдем все за одну серию. И... сразу все скримеры, которые... Опа, это я сам сделал, это не какие-то духи, это все я сам. Кто-то нашел и спрятал мой ключ от сейфа. А, ты типа... тут директорша самое главное. Короче, вообще... Аня... пройдем просто на раз-два всех скримеров, сразу половим, быстро все найдем. Лиса. Будь чисто прятен, пионер, показывай во всем пример. Она его руку взяла, а он такой типа, не трогай меня за руку. Я не хочу, чтоб ты вообще меня в жизни трогала никогда. Я даже не буду смотреть на тебя, ему стыдно на тебя посмотреть, стыдно. Ты что-то ему сделала, значит, ты... ты другого лечила, он только посмотрел, ах ты, ё-моё. Аня лечит другого мальчика, ну и ебись ты конём, Аня. Как хочешь. Опа, взвесьте меня. Должны дать достижение, нет? Мне интересно, сколько я вешу. О, вообще тьма, прикинь. Так, мы сюда можем попасть? Дети и воспитатели спят, не будем их беспокоить.
Но тем не менее, мы куда-то же идем. Сюда нельзя. А, да, я забыл. Тут можно шифтить. Опачки. Так, я на месте. Я что-то вижу. Фиксирую. Аня, нам нужно бежать. Это все из-за директора. Я шпионил за ней. Она с кем-то разговаривала о чем-то плохом. Ты должна мне поверить. Предупреди всех. У нас мало времени, пока я спрятал ее ключ у себя в шкафу. Мы можем успеть. Помоги мне. Ты кто? Давай начнем с этого. Вот засранец. Кто-то завел шкатулку. Кто завел шкатулку? А мы туда можем сходить? Можем. Это нельзя взять? Нельзя взять. Это что такое? Это что такое? У нас что, урок биологии сегодня? Я не помню, чтобы преподавала вам сегодня биологию, засранцы. А, вот он твой. И кто же ты? Яков. Яков, прикинь, Яков. Я же знал. Это что такое? Опачки. Не-не-не, покажи. Это вот ключ от сейфа. Классно. Это вот эти... как их? Коврик. Коврик с этими... с колючими пуговичками. Какой неприятный. Смотри, сейчас напугает. Нет, никого нет. Странно. Ключ. Опачки. Опачки, сейф, да. Грязный ребенок. Говорю это я. Я кого-то слышу. Давай даже еще громче сделаем, чтоб страшно было до пизды. Открыто. Никого нет? Не смотрите сюда, никто. История из жизни. Вы нашли доказательства, дали мне достижение. Steam, как всегда, не хочет ничего мне говорить. Фильтр отсутствует, а стекло разбито. Эх. Да, вон все видно. Через дырки просвечивается. Он испортил мой противогаз. Ах, натуре тварь. Мы работали вместе с Алексеем Сергеевичем в приюте для сирот. Тогда я действовала неосторожно, и на меня поступила жалоба. Директору пришлось закрыть приют. Меня отстранили от медицинской деятельности. Сейчас я не допущу такой ошибки, ведь о нашей договоренности знает только он. Я должна продолжать находить ему людей, чтобы собирать у них почки, а Алексей Сергеевич поможет провести операцию по пересадке сердца Вани. По всем показателям из медицинской карты, Яков идеальный донор. Я подстрою несчастный случай, и его никто не будет искать. Какая же ты сука, господи боже. Мне нужно распылить сонный газ, чтобы всех детей могли перенести в госпиталь на операцию и потом вернуть обратно. Никого нет? Так, не подсматривайте, я тут творю грязные вещи. Я же по идее вот этот, как раз вот эта женщина-директорша. В лагерь приехал особенный мальчик Яков, у него нет родителей и родных. И он стал моим любимцем, ведь он так похож на моего сына Ваню. Как же я хочу его увидеть. Яков хороший мальчик, хоть и не говорит, но он все понимает и делает все, о чем я прошу. И днем мне пришлось встретиться с Алексеем Сергеевичем в приюте, где мы раньше работали. Он приказал сегодня ночью выполнить наш уговор. Этот день настал. Яков мне в этом поможет. Перед сном дети всегда выдумывают страшилки, пока вожатые укладывают их спать. Это может их отвлечь. И... закрыли. Красиво закрыли. И что теперь, мы куда идем? Ага, бегает кто-то. А, это... А ну... Нужно поставить газовый баллон под дверь и вернуться... И вернуться в класс. Под эту дверь? А, ты хочешь усыпить? Ставь. Почему мы эти грязные вещи делаем? Я, например, против этих грязных вещей. Опа. Ваня, я скоро спасу тебя! Быстрее, быстрее, тут в натуре какой-то Silent Hill начался. Бежим, бежим. Понимаешь? Понимаешь? Еще один баллон. Ой, а я-то чё? А я-то чё? Ух ты! Здравствуйте, не забирайте меня! Не забирайте меня, у меня баллон есть! У меня баллон есть, я сейчас тебя выстрелю! А ты меня выпустишь? Пропусти, мужчина! Еще он меня не пропустил. Я сказал ему, пропусти меня! Я думал, перезапуск игры поможет не повышать после каждой загрузки эти текстуры. Но нет, он все равно на ультра ставит. На ультра самое максимальное. Понимаешь, что происходит? Берем сразу эту дрянь. Почему ты не хочешь взять? Типа ты уже выучил все? Дневник Марии. Я ничего взять не могу. Камеру. Камеру могу взять. Камера мне сейчас не нужна. И словарь я не могу взять. То есть все-таки это директор, она мразь. Закрыли. Вот сейчас я часы могу взять? Вот сейчас могу взять.
Далее достижение. Никто не обидится, вы подобрали карманные часы. Но они, наверное, должны как-то повлиять, как-то работать должны. Так, что у нас тут есть? Не висни, пожалуйста, игра. Не висни. Заперто, за ней кто-то находится. Да я слышу, кто-то дышит там. Давай, короче, быстро, я тебе говорю. Быстро скримеры собираем. Быстро, никого не вижу. Быстро собираем. И заканчиваем. Ну что, тут больше делать нечего. И что мне нужно взять? Объясните, расскажите. Я ничего не вижу. Ну и что, что он там дышит? Вообще плевать на него. Куда мне идти? Обратно. Открой, дурачок, открой. А, записочка. Тебе же сказали, не... Тебе же сказали, чтобы ты убирался отсюда. Отставь покое это место. Мне такого никто не говорил. В дневнике Марии остались пустые страницы. Можно использовать их, чтобы ответить. Я слышу, что он стоит за дверью. Так, окей, дневник Марии. Вот теперь я могу его взять. Ты чё наделал? Ага, он что-то... Дверь как будто открывается, но не открывается. И словарь мне до сих пор не нужен. Я знаю, что здесь произошло. Позвольте мне вам помочь. Расскажите мне, кто вы? А, это ты с помощью словаря. С помощью словаря... На, положи ему. Положи под дверь. Все, забери. И открой дверь, и давай я с тобой поговорим. Дух, выходи. Дух, разговаривай со мной. А, он забрал. Молодец. Опа, телефон звонит. Я бегу. Не висни, пожалуйста, я бегу. Не успел добежать. Вот это самое обидное, знаешь, вот когда ты пытался, вот это вот освобождался. Сейчас, да подождите, сейчас. И вот ты все дела бросил, побежал, а пока добрался, уже все. Уже никому-то на... Ой, опять заяц, сука, заяц. У меня мурашки пробежали по коже. Где заяц? Стоит попробовать написать записку еще раз. Ну давай попробуем написать записку еще раз. Тут, понимаешь, тут появляется в игре прям какой-то интересный сюжет. То есть, если прошлые две части взять от Amica Games, там было что-то такое, но не так как-то интерактивно, что ли. Я прочитал, что здесь были убиты люди. Это вы сделали? Расскажите мне, и тогда я смогу вам помочь. Во-первых, ты пиздобол. Ты ничего не поможешь. Ты просто делаешь контент. Не верь ему. Он пидор. Он просто... Он тебе не поможет, короче. Я бы ему не доверял. Просто запомни, я бы ему не доверял. Ни в коем разе просто. Ни в коем разе. Сколько мы с тобой еще будем тут мучиться? Что мне еще нужно сделать? Кота нет. А кот это важно. Кот должен быть... Да вот я слышу, что дверь открывается, но что-то... Никто ее... Почему так начинает подвисать? У меня же все нормально было. Я во все комнаты уже захожу. Давай быстрей. Что-то произойдет? Ага. Надо было дать ему время подумать. Меня обвинили, но я этого не делал. Уходи отсюда. Я кого-то слышу. Ага, вон побежал кто-то. Ты что, меня напугаешь? Спорим, не напугает. Смотри, никого нет. Это было бы слишком... Я что-то пропустил. Что же я такого пропустил? Ты не откроешь мне дверь, да? Тут у нас что будет? Ничего? Ага, теперь мы что-то еще хотим написать? Ага, давай. Блин, смотри, у нас сюжет идет и движется, не останавливается. Тебя зовут Яков? Ты живешь здесь один уже много лет? Кто там... Не мешайте, мы тут разговариваем с призраком. Хватит дергать тут все двери. Не дергайте. Ага, забрал, молодец. Бля, как громко. Босиком ходит, да ты заболеешь. Тут просто дерево, ты что делаешь? Не бегай босиком по такому полу неприятному. Опа, что это такое? Ты видел, она светится как будто? Не знаю, будет ее на записи видно или нет. Матрёха, глянь какая.
Раритетная! А почему ты не берешься? Подруга, возьмись. Что, ты уже написал? А? Сообразил, молодец. Да, здесь я могу общаться со своими друзьями. Мы охраняем это место, потому что это наш дом. Много кто сюда приходил, только чтобы ломать наши вещи. Но друзья мне помогают прогнать чужих. Я боюсь, что кто-то меня увидит и расскажет, что я здесь живу, и эти люди придут за мной. Ага, сейчас мы с тобой порешаем все, не волнуйся, Яков. Заяц! Заяц! Заяц стоит! Возьми зайца! Мне все равно, возьми зайца, я хочу этого зайца, посмотри на него, какой красавчик! Господи, я не могу. Кто твои друзья? Почему они тоже здесь? Друзья, это его... Как интересно у нас диалог строится. Мне очень нравится вот это, кстати. Это взаимодействие очень интересное. Мне очень приятно, конечно. А ты, если я вот так сделал, оп, и такой, оп, а ты уже сделал? Но это было бы слишком очевидно. Туда, сюда, сейчас походим. Вот, он, походу, написал. Как будто я услышал. Ага, было дело, написал. Молодец. Духи этого места, те, кого здесь мучили, они остались тут взаперти. В тот день вечером после отбоя кто-то пришел, наверное, это был тот человек, с которым говорила директор. Но он не нашел меня. Я думаю, что из-за этого он отравил всех проживающих и директора. А, ее тоже он порешал. Вот что произошло. Она ему нахер не залазит. Я кого-то видел. И что это? Что, ты еще что-то хочешь написать? Бля, он не перестает ему писать. Ты себе друга по переписке нашел или что? Зайца опять нет, прикинь. Все это задумала директор лагеря? О чем ты говоришь? С каким человеком она говорила? Да он-то откуда знает? Ой, подожди. А это кто-то там был. Подожди, да... Быстрее, кто-то стучал в окно, забирай. Он уже ушел, и кто-то стучал в окно. Я никого не вижу. Блин, а вот мне интересно, был в стоп-кадре там вот этот момент или нет? Может быть, вот сейчас где-то тут кто-то появится? Нет никого. Может быть, здесь, а я не пройду? Окей. О, он уже написал. Слушай, быстро парень начинает писать, мне это нравится. Это все она. Я видел, как наш директор разговаривал с кем-то в старой больнице недалеко от лагеря. Они договаривались о том, что ночью выполнят свою работу. Тогда я понял, что это связано с нами, но не смог всех предупредить. Я не видел, кто еще там был, потому что испугался и спрятался. Утром я зашел в здание и никого не нашел. Ее сейфа тоже не было. Я подумал, что тот человек со своими помощниками всех унесли и спрятали тела в том здании. Мне пришлось тут остаться и жить в вентиляции, только иногда выходить в комнаты. Да, Яков, не завидую я тебе. Тут, конечно, у меня прям контент хороший набирается. Расписная кукла, русская деревянная игрушка. Мне дали какое-то достижение. За что? А, то, что я нашел ту матрешку, что-то долго до этого стима доходит. Это здание и сейчас заброшено, я смогу туда попасть? А что, тут прямо мы поменяем локацию? Я думал, мы так и будем ходить только в этом... В этой группе маленькой. Это вот походу как, да, как просто в детском саду группа. Ага, так, ну кто-то завел игрушку. Это ты там балуешься? Опа, смотри. И что это? Ты не то мне должен был дать. Во-первых, выходи. Яков больше не отвечает. Пора идти в заброшенный госпиталь. Нужно оторвать доски от входной двери. А, даже так? Мы даже куда-то пойдем сейчас с тобой? Вот это да. Вот это я понимаю. Рви, ломай. Пошли оттуда. Он такой, я штука их, сука, заколотил несколько ночей назад. И мне снова надо их все ломать. Потому что ты дурачок. На кой хер ты это сделал? Я просто в шоке. Для чего он это сделал? На этом я предлагаю остановиться. Ролик получился длиннее, чем я думал, поэтому я поделю его на две части. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего доброго.